Duh. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП Центральный Округ. Мне здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить мой ник при регистрации, также не забывайте вводить мой промокод. За все это вы получите очень хорошие плюшки, вся информация есть в описании под видео. Я не знаю, пацаны, чем заниматься, потому что на родине сейчас почему-то скучно. Я не знаю, с чем это связано, скорее всего из-за того, что не выходят какие-либо обновления. Уже давно как бы должно было выйти глобальное обновление, хотя нам не обещали, но я думал то, что оно уже должно выйти. Но, к сожалению, пока что никаких даже новостей нету, потому что Родина заранее ничего не говорит. Они просто берут и выпускают ГО. Хочется уже наконец-то что-то увидеть, хочется уже что-то поиграть в новое. Потому что ты постоянно заходишь, и то же самое, оно на самом деле бесит просто. Кстати, я заметил то, что на Родине еще онлайн просел, потому что на выходных раньше онлайн был 650 человек. 650 человек, сейчас онлайн 450. То есть сейчас онлайн на Родине реально падает. Но я надеюсь то, что уже в скором времени выйдет глобальное обновление, будет новая карта, будут новые машины, новые системы. И онлайн поднимется обратно, потому что мне нравится этот проект. Я здесь уже играю 2 года, как бы мне этот проект очень нравится, и я не хочу, чтобы он как бы умирал. Родина реально хорошо поднялась, но почему-то в последнее время онлайн, видите, падает. Был онлайн на выходных 650, а сейчас онлайн довольно-таки маленький. Надо, короче, с этим что-то делать. Я надеюсь, то, что реально в скором времени выйдет глобальное обновление, либо хотя бы какое-то обновление, там, модпак и так далее. Тем более сегодня у нас какое число? Сегодня, пацаны, у нас 1 марта, кстати. Всех с первым днем весны. Это реально круто, пацаны. Весна просто. Просто весна. Первый день весны. Я вас, конечно, для всех поздравляю. Уже как бы пора выпускать глобальное обновление и выпускать как бы летний модпак, я считаю. И будет очень круто. И онлайн обратно поднимется. И игрокам будет чем заняться. Потому что будет новая карта, будут новые локации. Людям будет все интересно. Они будут все изучать заново, там, смотреть и так далее. Поэтому вся надежда реально на глобальное обновление. Реклама как бы и так, в принципе, достаточно на Родине, потому что я тоже как бы сотрудничаю с Родиной. И я знаю то, что на Родине снимают реально много ютуберов. Реально просто красавчики. Просто реально красавчики. Они много как бы денег тратят на ютуберов, я так думаю. Потому что даже на первом серваке, по-моему, снимает около 10 ютуберов. Плюс еще есть 2-й, 3-й, 4-й сева. Короче, Родина вкладывается в рекламу тоже очень даже хорошо. Решил вот записать такое видео, чисто мои рассуждения насчет глобального обновления. Но карта будет реально пиздатая. Вот просто, вот карта реально будет самая пиздатая, которую я видел в КРМП. И интерьеры тоже будут очень пиздатые. Вот я смотрел даже там скриншоты, видосы про глобальное обновление, про новую карту, про новые интерьеры. И все было очень пиздато. Реально там интерьеры очень пиздатые были просто. Такие интерьеры я еще нигде не видел. Разве что там в МТА, может быть, такие интерьеры есть. Но в КРМП таких интерьеров я реально еще не видел. Поэтому, пацаны, если выйдет глобальное обновление, то оно будет реально пушечное просто. Конечно, нам там не показывали новые машины, новые системы. Но уже по новой карте, по новым интерьерам можно понять, что Родина настроена серьезно, и они хотят как бы поднять свой проект выше и выше. И это реально очень классно. Я вот честно сейчас не знаю, что можно записывать по Родине, потому что у меня какой-то, знаете, кризис творческий. Я не знаю, что снимать. Вот реально просто не знаю и все. Как бы уже то снимал, это тоже снимал. Просто реально сейчас на Родине лично для меня нечего снимать. Возможно, у вас какие-то идеи есть. Возможно, есть какие-то предложения, что можно записать на Родине. Возможно, реально пойти какую-то фракцию, серьезно этим заняться и снимать какие-то будни. Просто я реально не знаю. Как бы я хочу по Родине почаще видосы выпускать, но сейчас почему-то не получается этого делать. Но я стараюсь, пацаны, для вас, поэтому не ленитесь, поставьте лайк. И кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал, потому что все это делаю я специально для вас. Как бы я уже на Родине реально снимаю больше 2 лет. Уже выпустил там больше 100 серий или даже 200 серий, я уже честно не помню даже. То есть на Родине я уже давно как бы, я уже здесь обжился. И мне этот проект реально нравится, и я с него уходить не хочу. Вот серьезно, мне он нравится.
Да, вы скажете, вот тебе платят, типа, ты из-за этого не хочешь уходить. Нет, пацаны, чтобы вы понимали, я на родину еще задонатил свои деньги. Я задонатил за все время, за 2 года на родину, 15 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, как бы мне этот проект реально очень тогда понравился. Я здесь просто каждый день играл по несколько часов. Реально проект очень годный, но пока что снимать реально нечего, потому что нету никаких обновлений и нету никакого разнообразия. Но надеемся, пацаны, реально надеемся, то, что в скором времени все это изменится, и мы сможем спокойно здесь играть. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.